Баю, баюшки, баю! Не ложитесь на краю! Придет толстенький кабан и сожрет 5 обезьян! Не, кузнец, там не было кабанов и обезьян, там волчок был, который бочок откусит. Ты неправильно колыбельную поешь. Мне в детстве мама так пела. Ага, еще походу мама тебя не один раз башкой об унитаз, да, роняла, поэтому ты такую дичь поешь. Так, детишек, главное не разбудить. Большой молодец, кузнец, то, что ты своими тупыми колыбельными смог их вот это уложить спать. Но, ребят, банда моя, все, кто здесь находится в данный момент... Нам нужно объединиться и наконец-то, окончательно поставить конец вот этим всем гоблинам, которые захотели захватить весь наш город. Поэтому сейчас мы берем, объединяем все наши усилия. Мы впятером пойдем в центр города, найдем главаря этих гоблинов. Там же вот этот огромный балбес, вот такой зеленый детище ходит, которого я увидел в предыдущей серии, когда мы убегали с Марией и детьми с города. Закукарачим... его, и можно сказать, когда мы убьем главаря, все остальные мелкие гоблины убегут из города. Всем все понятно? Все идут за мной? Вы идите, а я останусь здесь, я буду присматривать за детьми. Ну, вот это правильное решение. Хорошо, тогда мы вчетвером идем. Ну, вчетвером я, кузнец, Верника и Шурик точно досправимся, да, Шурик? Жена кузнеца вряд ли справится сама. Я останусь здесь и буду ее охранять, если вдруг гоблины там нападут. Ага. Просто так и скажи то, что засал, да? Вот поэтому ты с нами идти не хочешь, потому что засал. Шурик, просто так скажи в лицо, засал, я засал. Ну скажи, я засал, засасал, засал, скажи. Ага, да. Ладно, ребята, тогда мы только втроем. Я, кузнец и Вероника. Вы-то не откажетесь, вы-то хотя бы пойдете за мной, не как вот эти двое, а? Вперед к зеленым детям! Вот! Узнаю своего брата, да, кузнеца. Брат, это кузнец на все приключения готов. А ты, Вероника, идешь с нами? Мы все умрем. Оптимистично, возможно, кстати, любой исход возможен в этой ситуации, но может мы и выживем. Все, давайте спускайтесь. Давай, Вероника, кузнец, потом я. Все, давайте, вы тут аккуратней. Ты следи за детьми, а ты следи за тем, как она следит за детьми. Все, хорошо, а я потом буду следить за тобой. Все, мы вернемся так скоро, как только сможем. Если, конечно, вернемся, если реально не кокнемся. Все, давайте, удачи вам. Опа. Ну что, мстители, вот это спасители всей планеты, готовы навстречу приключениям на нашу сракостанцию, а? Ну тогда чё мы тянем? Пошли! Вот здесь аккуратно, опа, в воду не плюхнитесь, самое главное. Мне вот интересно, сколько еще гоблинов в городе осталось, потому что в предыдущей серии мы штук 15 закукарачили, и мне кажется, еще где-то столько осталось. Нам нужно найти их главаря, вот этого самого гигантского... Так, нас уже походу встречают. Ребята, ну план. Вероника, ты сейчас подходишь вот этого левого, шандарахаешь своим заклинанием, поднимаешь его в воздух. Я право поднимаю воздух, потом кузнец сзади них подходит, стукает их по башке, потом ты фигачишь огненным заклинанием, я замораживающим заклинанием, и возможно мы их убьем. Всем понятен план или нет, кузнец? В принципе, такой план тоже нормальный, но надо было моему следовать. Но ла-ла. Все, пошли, Вероника. Кузнец, ты большой молодец, что шишки им набил, но в следующий раз давай ты все же меня будешь слушаться. Все? Хорошо. Сейчас прокатило. Но в центре города может быть намного больше этих гоблинов. Кузнец, дети твои, поздоровайся. Аккуратно, смотрите по сторонам, самое главное, они могут нас спрыгнуть с любой крыши, из-за любого дерева вылезти, из любой вот этой канализации выползти и кокнуть нас. Самое главное, смотрите по сторонам. Вы это слышите? Это я пукнул! То, что ты пернул, мне без разницы, я не пропукнул. Вы прислушайтесь, слышите? Слышно то, что ничего не слышно. Просто дичайшая тишина. А когда в фильмах настоящая тишина, это всегда не к добру. Это значит то, что сейчас что-то произойдет.
засада! Чё я и говорил, да, вали, 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 вали! Они в кубке вот этом прятались! Вот это, с киркой, вали в первую очередь, давай! На! Одного завалили, второго, кузнец, давай! И третий, последний остался! На! Троих завалили, так, смотрите, по сторонам, они еще откуда-то могут сейчас выбежать, смотрите! Бежит, один бежит, сзади еще один, Вероника! Ёхан, на! У меня сейчас палочка сразу сломается, кузнец! Так, трезубец в руку! На, ты этот дебил этот с киркой по башке! На! Так, еще троих завалили, все! Идите сюда, стойте все рядом, друг другу к спине, давайте и смотреть по сторонам, я вижу, там еще один бежит. Вероника, давай, зажимай его! На! И трезубцем бам по башке! Так, стоп. Тихо. Если увидите кого-то, кузнец, ты первый беги, первый им шандарахай по башке. Ты у нас самый мощный здесь, а у меня уже палочка сломалась. А тут два удара осталось, и все, у меня уже больше нет палочки. Вероника, есть что, ты за самую главную здесь остаешься. Так, а где вот тот босс, их самый огромный? Мы вот этих только пешек маленьких завалили, гоблинов, а где самый главный-то? А вот это есть, походу, главарь всех гоблинов! Это папа зеленых детей! Так и есть, кузнец, так и есть! Так, быстро валите его! Вали! Так, кузнец, заходи сзади, стукай его по башке, у меня палочка сейчас уже сломается! Вероника, давай, подними его вверх, подними его в воздух вот этим своим заклинанием, нам выиграй время, задержи его! Держи, дорогая моя Вероника, как только он упадет вниз, сразу же его поднимай еще раз. Давай, поднимай! Все, держи. Кузнец, ты же понимаешь то, что мы его не сможем зашандарахать? Все, моя палочка сломалась, это было последнее заклинание, которое я выпустил, у меня вот этот трезубец только есть. Держи его, Вероника, еще раз поднимай! Нам здесь нужна помощь кого-то, он же слишком силен, так, Вероника, будь готова! На, собака! Подавай! Пока он находится в этом пузырьке, он не сможет до нас добраться и причинить нам какой-то урон. Так, задержи его, Вероника, как только он падает на землю, сразу же его поднимай вверх. Давай, подавай! Молодец. Кузнец, надо пойти кого-то позвать. Жену твою, вот этого Шурика надо, Кристину найти, еще кого-то. Надо придумать какой-то план, потому что мы с ним вряд ли сможем втроем справиться. Давай, фигачу! Баю-баюшки-баю! Не ложись, зеленый ребенок, на краю! Эта колыбельня, если она работает на твоих детях, это не значит, что она сработает на вот этом гоблине гигантском. Так, задержи его! Шурик, Кристина или жена вот этого кузнеца, или подождите, а может... Кузя! Летит, красавчик мой, летит! Вот ты-то нам и поможешь прямо сейчас, Кузя! Смотри, Вероника поднимает вот этого гоблина вверх. Тебе нужно просто стать под гоблином. Как только он на тебя упадет, ты его подхватываешь, взлетаешь вверх и просто где-то с километра с воздуха сбрасываешь, и он умирает. По-другому мы не сможем его копнуть, потому что у него слишком какая-то сильная броня! Вероника, поднимай его в воздух! Ты все понял? Кузя, все понял, нет или да, я не понимаю, нет, значит, ну, без разницы, сейчас все сразу поймешь. Так, давай иди сюда за мной. Вероника, задерживай его в воздухе, задерживай. Кузя, ты стань под ним на счет раз, два, три, как только он падает, сразу же взлетай. Раз, два, три, давай падай под него, быстро, стой там! Кузя, взлетай! Молодец. Выше, взлетай выше. Когда будешь готов, сбрасывай его, чтобы он шандарахнулся от землю. Вот там где-то сверху зависни, еще немного выше взлети, чтобы наверняка, Кузя, давай. Молодец-то какой, дракошик. Сработало. Сработало, господи, у меня сейчас нервы просто в голове разорвутся на кусочки. Я реально, я скоро заикаюсь стану. Кузя, я тебе бы медаль сейчас золотую бы дал, если бы у меня эта медаль была. Ты только что завалил главаря всех гоблинов. Что я тебе дать-то могу? Вот, да, хочешь сердце утопленника скушай, если ты хочешь. Или на, три морковки держи, скушай, если ты хочешь. Я не знаю, иди себе мороженое купи. Вот, держи немножко серебряных монет. Расцелуйте, пожалуйста, этого дракона, вот все щеки, которые только у него есть.
Санта Лючия, Дева Мария, спасибо его, вот это бог Майнкрафта. Все, хватит его там сосать, вот это целовать, все, все, тихо. Сейчас, подождите, сейчас, 5 секунд, пока у меня сердце из груди не выскочило. Кузя, лети домой, защищай Шурика и жену вот этого кузнеца, молодец. Это самый храбрый дракон, которого я, наверное, в своей жизни видел. Ну, наверное, потому что я в своей жизни только одного дракона видел. Ну, двоих еще, дракона Альберта. Мы справились сидрить-колотить со всеми гоблинами и с главарем гоблинов. Я уже скучаю по зеленым детям. А, ну тогда давай мы пойдем еще пригласим парочку гоблинов. Если хочешь, можешь с ними сразиться. Не, кузнец, может на сегодня хватит с этими гоблинами сражаться. Слушайте, давайте все за мной. Мы прогнали всю армию гоблинов из нашего города. Вы это понимаете? Мы спасли просто весь этот город. Давайте быстро возвращаемся домой. Я надеюсь, что Шуриком и с твоей женой все хорошо. Давайте за мной. Фу, ёперный театр. Подождите. Я в этой серии уже окончательно с ума сошел. Скажите, пожалуйста, что это просто галлюцинация. Это не то, что мне сейчас видится. Это просто галлюны, да? Я башкой просто стукнулся. А-а-а, да? А вот это, походу, дедушка зеленых детей. Мы все умрем. Не дедушка, а бабушка. Ноги в руки, давайте побежали. Ёханый бабай. Значит, тот главарь, которого мы убили, это не был даже главарем. Вот это главарь всех вот этих гоблинов. Так, давайте, за мной. Быстро, кузнец. Подождите, а где он? Он что, за нами даже не пошел? Ну что, я умничаю, нам-то даже лучше. Все, давай. Слайм, здравствуйте, ты тут какими судьбами? Ты к Шурику хотя бы заходил туда наверх, нет? Чё такое? Чё такое, Слайм? Чё за паника? О! Там птичка в небе! Какая птичка? Кузнец! У кого-то есть какой-то запасной план? Вот если мы того еле как-то смогли убить, то вот этого мы точно не сможем убить. Так, у меня есть план! У меня есть план! В первую очередь, Слайм, не гори! Давайте за мной тихо. У меня есть план! У меня 100% есть план! Я сейчас придумаю весь план! Какой план? Рожай быстрее! У меня есть план! Бежим! Давайте! Не в лес! Давайте в колодец прыгаем! Оханы! Здрасте! Здорово, барон! Не найдется, что попить там 2 литра кофеечка или 10 литров чаечка, не, или что покрепче, там кефир может быть. Йоди, где Вероника? Вероника, я уже испугался. Иди сюда, подойди сюда. Ребят, мы в полной в заднице. Вот настолько в такой огромной и глубокой, насколько можно вот это только предположить. Дедушка зеленых детей. Обосраться! И как нам отсюда выбраться-то, а? Дедушка! Уходи! Уходи, дедушка! Пу-пу-фу-фу-фу! Есть у кого-то чистые памперсы, а? Мне бы пригодились.